Хочешь сказать, в детстве меня уронили со скалы? Скалы испортили всю мою жизнь. Ты меня не слушаешь. Всем известно, что у всех предков Максимуса были члены, как у коней. А что там у тебя? Что? У меня все отлично. Вот такой. Если девушка хороша собой, и я возбудился, то... Понимаешь, то... Ничего себе. Мне что, развести вас по разным углам? Ничего себе. Нет, все совсем не так. Я просто кое-что объяснял моему приятелю. Можно мне его потрогать, просто проверить, настоящий или нет? Я Офигенус Максимус. А я Александр Македонский. И почему в каждой партии попадается хотя бы один недоумок? Видишь, чувак, ты не настоящий Офигенус. Жаль, что именно мне пришлось раскрыть тебе глаза. Кстати, меня зовут Джамал. Твой член придавил мне ногу, Джамал. Прости. Тот вечер Офигенус размышлял обо всех неприятностях, случившихся с ним по жизни. Это был очень драматичный момент. Офигенус, что ты делаешь? Молюсь богам. О чем же ты молишь их? Мне нужна их помощь. Я должен проявить себя, изменить жизнь, стать настоящим воином. А я хочу минет и бутерброд с ветчиной, но иногда бывает облом. Понимаешь, о чем я? Attenzione, hombre, por favor. Во время перемирия царь Эротик организовал бои гладиаторов, чтобы почтить память генерала, как там его там, неважно. И угадайте, кто получил контракт? Я получил контракт, ведь я крутой мужик. Пришла пора проявить себя, изменить свою жизнь и стать настоящим воином. Короче, это значит, что вы едете в Трою на соревнования. Мило. Подожди радоваться. Сначала тебе нужно посетить лагерь гладиаторов, чтобы отточить свое мастерство. Я не хочу, чтобы ты опозорил меня перед зрителями. Собирайте свои вещи, джентльмены.